Мы уничтожили мир своим безрассудством. Мы должны вернуться в прошлое, чтобы предотвратить войну мутантов. Ну как, Чарльз? Есть парень, который способен отправить нас в прошлое. Молодой старшеклассник. Продолжай. Во что он одет? Спасательный жилет. Замечательно. Его зовут Марти Макфлай. Вы говорите, что я должен доставить кучку мутантов в прошлое, чтобы остановить войну мутантов. Это жесть, док. Итак, проясним. У вас есть машина времени, и я все равно оказался в инвалидном кресле. Есть вещи поважнее наших с тобой ног. Шел бы ты! Только посмотрите на мое лицо. Чего? Кожа такая мягкая. Нигде не висит. Ребят, кажется, моя мама в меня втюрилась. Святые угодники! А где сейчас Росомаха? На что уставился, тупица? Что? Ну, ты подумал над моим предложением? То есть... Мы оба знаем, что нам нравится. Он просто мечта. Одевай свой выпускной жилет, Марти. Мы отправим тебя назад в будущее. Прошлого. Давай проясним, Марти. Твой план — сексуально напирать на свою мать столь агрессивно, что она испугается, и твой будущий папа придет и спасет ее. Именно так. Ну, то есть, а что не так с этим планом? Он ужасен абсолютно во всем. Мне нравится. Сообщи, как все пройдет. Эй, ты, убери свои грязные руки от... Кажется, ты ошибся машиной, парень. Нет, не волнуйся, Джордж, все хорошо. Правда, уходи. Пресс этого парня просто нечто. Окей. Джордж! Думаю, вам еще рано такое, ребята. Но ваши дети нас полюбят. Нет, их дети попытаются нас убить и ввести регистрацию мутантов. Я просто хотел сказать крутую фразу, Эрик. Оставь крутые фразы Айсману. Это была крутая фраза. Хватит, всегда стараешься высказаться последним. А мне казалось, это как раз ты. Заткнись, вот за что я тебя ненавижу. Присоединяйтесь ко мне и вместе мы уничтожим эту наглую задницу. Ребят, это еще большая жесть. Марти, такое количество энергии можно получить только от прямого разряда молнии. Где мы сейчас сможем найти разряд молнии? Не забудь забрать Роук. Куда мы направляемся? Роук не нужна. Ты о чем? А, просто захотелось это сказать, выдать крутую фразу. Озвучил Денис Марвел. Сын, нужно поговорить. Это самая большая жесть.